Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, чего вы еще точно не знаете. А точно вы не знаете двух вещей. Смотрим, что же, к чему готовиться вам вы не знаете. Определенности какой-то у вас нет с поездкой. Поездка дальняя, куда-то далеко, либо в другой город куда-то, но далеко, прям большое расстояние. Либо даже, я бы сказала, в другую страну. Тут полная неопределенность, и не знаете, вы готовится вам или не готовится. Да, вот это то, чего вы не знаете. Ну, давайте посмотрим, стоит ли готовиться, да, стоит ли прилагать усилия. И, да, да. Так, сейчас еще одну карту. Да, поездка будет, но смотрите, не в запланированное время. То есть вы, возможно, думаете раньше уехать, почему-то не получится, что-то с документами будет не так. Вот, и придется переделывать или доделывать документы. Очень похоже еще, знаете, если вы продаете недвижимость в другом городе, то тоже не получится сразу, надо будет ездить несколько раз. Вот, то есть какая-то поездка достаточно дальняя для вас, да, не важно сколько километров, но как вы считаете, да, я считаю, близкая поездка — это поездка по городу, да, в рамках города. Вот, поэтому все, что за город, в принципе, поездка дальняя. Вот, по крайней мере, она сюда укладывается по расстоянию. Вот, и что-то будет с документами, то есть что-то с документами. Не знаете вы, готовится вам, не готовится ехать, не ехать, сейчас ехать или потом. Ну вот, здесь все решится, решится в пределах 5-7 дней. Вот, и в пределах этих 5-7 дней надо будет ехать, надо будет переделывать документы. Вот, если поездка прям далеко в другой город, то есть расстояние больше 1000 километров, вот, или даже другую страну, то, скорее всего, поездка состоится недели через 2-3. Вот, а сейчас вот в пределах 5-7 дней будете доделывать или переделывать какие-то документы. Вот. Ну и второе событие, которого вы не знаете, никак не можете вы выбрать какой-то вариант. Или подработку вы хотите еще финансовую, что-то еще, да, на чем-то еще зарабатывать, никак не можете определиться. Вот. Или, может быть, да, ждете деньги из каких-то источников. Может быть, сами не знаете, откуда деньги ждете, собственно говоря. А вот. Но пока я не вижу прихода. То есть, если вы не знаете, откуда должны деньги прийти, просто ждете, может быть, с неба упадут. А вот, то здесь, конечно, такого не будет. Вот. По поводу определенности, по поводу подработки, если вы подработку хотите, будет определенность недели через две, будет предложение, появится у вас уже подработка. Вот. То есть дополнительный источник дохода. Если хотите дополнительный источник дохода, или вообще, может быть, у вас сейчас никакого источника дохода нет, и вы хотите хоть что-то, да, то будет недели через две. А вот если ждете каких-то денег неожиданных, да, которых вы не знаете, то этого точно не будет. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру и регистрируйтесь на курс обучения искусству предсказаний. За 4 занятия начнете предсказывать сами. Стоимость всего лишь 500 рублей. Ссылочка внизу в описании.